же дорога Авдеевка-то нет. А справа от нее ряд столбов. Это когда-то один из немногих в Союзе, наверное, линий междугороднего трамвая, которая связывала Авдеевку с пригородом, со Спартаком, пригородом Донецка, по сути. Построена была для перевозки рабочих на Авдеевский коксохим из Донецка. И после распада СССР приказала долго жить. Я в Авдеевке вроде бы еще есть трамвай. Ожидание уже давно не есть.